Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, потом ко рву всем стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять не дядя, не упрекая, не грозя. Смотрели, словно в душу глядя, трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже. Но смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой в мгновенье вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот так же здесь легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо к заре, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленным зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять. И не забудется поныне. Чулочки, дядя, тоже снять. Это стихотворение я посвятила своему прадеду Никитину Леониду Ивановичу, который прошел всю войну и спас трехлетнюю еврейскую девочку Лизу от гибели. Я горжусь своим прадедом, он мой герой.